Новые тренажеры, техника, даже пол и стены – все это обновленный зал групповых программ Олимпии. Университет совсем не отдыхал, а готовился к новому потоку студентов, которые любят и занимаются спортом. Ректор Южноуральского государственного университета был впечатлен от того, насколько сильно изменился зал. Здесь новые возможности с точки зрения зала, оборудования, новое оборудование. Но самое главное – профессиональный тренерский состав, который позволяет работать по методикам, которые формируются. Твое тело. Поэтому те, кто хочет этим заниматься, безусловно, сюда будут ходить. На подробные экскурсии некоторые, не стесняясь никого, проверяли тренажеры на себе. Директор Института спорта, туризма и сервиса Вадим Эрлих отмечает, что спортом заниматься необходимо, а в новых условиях еще и приятно. Но на сегодняшний день тенденция, что спорт – это мода, ушла. Это необходимость. Поэтому я не знаю, скажем так, что касается, скажем, только университета, это всегда было для человека, для города, области. Это актуально в любом случае. Всегда. Ректор Юргу рассказал, что в планах университета войти в программу реабилитации и совершенствования людей с ограниченными возможностями, так как сейчас в масштабах страны разрабатывается программа «Обилимпикс».